пришел с внуками, с любимыми. Прилетели из Мурманска. Вот, посмотреть на ваш прекрасный город, на команду прекрасную, которая тем более сейчас лидирует. У внучки, смотрю, уже и шарф есть даже. Да, 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 старые болельщики, да. Прекрасный стадион здесь у вас, хорошая публика, все очень нравится. Минут матча позади, подавляющее преимущество волгаря, как обычно, очень активно атакуем флангами, но гол забит пока только один. Молодые осетины всячески стараются прессинговать. Я учитель физкультуры в Зелингинской школе, вот, Чуладарского района. Ребята организовались, пришли все и собрались. Мы приехали поддержать нашу любимую команду, чтобы она победила вот сегодняшний матч. Желаем ей победы. Сам футболист и сможет со стороны играть очень хорошо. Пас у них отличный. Владение мячом хорошее. Уважаемые любители футбола, на сегодняшнем матче присутствует 1700 зрителей. Мы слышим какое-то недовольство с твоей стороны в адрес игроков. Что это было? Немножечко темп сбавили, потому что соперник позволяет играть, и из-за этого немножко недооценка соперника идет. Это что-то из разряда фантастики. Волгарь впервые пропустил в домашний матч сезона. Вам, как футбольному болельщику, что важнее, эстетичность или результат? Ну, конечно, безусловно, результат это, наверное, самое важное. Но когда команда показывает хороший футбол, а сегодня вы видели, сколько было моментов в первом тайме, это, конечно, тоже радует. И вообще, я хочу сказать, что у нас сегодня выдались результативные выходные. И наши девочки из Астраханочки победили вчера немецкую команду. И сегодня наша любимая команда футбольная победила. Поэтому я всех поздравляю с таким хорошим спортивным результатом. Столько моментов не забить, это очень плохо, если честно.
могли намного лучше сыграть и намного больше забить. Ну, что-то не получилось. Будем разбирать игры и делать выводы, двигаться дальше. В чемпионате Астраханской области по футболу высшей лиги 2013 года Александр Бутенко особенно не церемонился с соперниками и наколотил им в общей сложности 36 мячей. Таков правильный ответ на наш предыдущий конкурс. И вот здесь будет имя победителя, который правильно ответил на вопрос и выполнил еще два наших условия. Поставил лайк под видео и подписался на канал «Волгаря» в YouTube. А вот здесь будет страница Саши Бутенко ВКонтакте. Победитель свяжется и заберет бутсы. Новое задание от именинника этой недели Владлена Бабаева. Владлен, ну, наверное, в честь своего дня рождения ты должен подарить болельщикам какой-то подарок. А на какой вопрос он должен ответить? Да, подарок будет, но это будет сюрприз. Пока не буду говорить, что за подарок. После правильного ответа я покажу и расскажу, что будет за подарок. А вопрос будет такой. Сколько официальных матчей я провел за молодежный «Спартак» в молодежном первенстве российской футбольной премьер-лиги? Отлично, отвечаем правильно на вопрос, ставим лайк под этим видео и обязательно подписываемся на канал «Волгаря» в YouTube. С победой! Спасибо!